Так надо ли посолить? Двадцать вторая глава Евангелия от Матфея. Сегодняшнее рядовое чтение, значит, притча о брачном пире. Помните, как царь сына женить, значит, приготовил, у тебя все, говорит, заколотое, тельцы упитанные, не просто кого попало и готовили на брак, а упитанные, специально выращивали, откармливали, чтобы были хорошие, чтобы гостей угостить хорошо можно было. Идите, говорит, зовите званых, которые были раньше уже. Когда пошли, то все отказались. Так еще мало того, что отказались, так еще и над приглашавшими делали. Одних избили, других убили. Когда донесли царю об этом, то он что, разгневался, говорит, сильно разгневался. И послал войска свои, город их разрушил и всех их истребил. И тогда сказал слугам, сойдите по всем перепутям, дорогам, пойди, соберите всех, кто желает на пир мой прийти. Пришли, говорит ему, говорят, что пир брачный наполнился. Он вышел осмотреть всех, осмотрел и говорит, заметил одного не в брачной одежде. Можем так, мы уже представить, что, по-видимому, ну, если поедет, то ни у кого, кто мог купить. Ясно, собрали тех, кто не имущий. Значит, по-видимому, надевали на них уже от царя одежду какую-то. Они не сопротивлялись этому. А один оказался не в брачной одежде. Друг, а ты как сюда попал? А он молчал. И тогда он сказал ему, возьмите его, свяжите по рукам и ногам, и здесь бросьте во тьму внешнюю, где плащ и скрежет зубов. Ибо много, говорит, званых, а мало избранных. Господь всех призывает, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Придите. А уже откликнуться на призыв этот зависит от каждой души. Откликнуться ты на этот призыв, значит, будешь в числе избранных. А многие слышат это, но мало кто откликается. Даже сегодня, в это время, скажу, что даже в прошлое время, когда было трудно достать Слово Божие, когда было как бы препятствие, гонение, люди больше тяготели, когда сегодня все открыто, есть телевизор, интернет, в храм можно зайти свободно, купить что, заказать, повенчаться, покреститься, свободно можно было. А когда я начинал служить в 70-х годах, то шли крестить детей, это, ну, скажем так, что это, можно сказать, герои, хоть и малой, но веры были. Почему? Потому что если его, а все списки окрещаемых доставлялись к уполномоченному. А уполномоченные, как обычно, были они в отставке сотрудники КГБ, полковник, там, генерал-майор и прочее были. И тогда начиналось, а если он комсомолец или она комсомолка, ну, она началась на работе сразу там дальше. Очередь на квартиру была отодвинут с первой до 101, а то и до 201. То есть сразу начиналось, ты зачем это делал, ты что это? Начиная проработки, все это было, повенчаться тем более, это было очень таким уже подвигом считалось. Мне сразу все узнают, что ты венчались, а где. Вот. И начнутся и по комсомольской линии, и по студенческой, там и по всем статьям. А сегодня свободно, пожалуйста, все открыто, идите. Но должна быть белая одежда надета, брачная одежда. Я вчера прочитал уже здесь, было об этом толкование святителя Иоанна Златоустова. Здесь продолжительно, поэтому я оставил и на сегодня. Об одетых в белой одежде называется. Из беседы о притче браке царского сына. Действительно, они гораздо выше и славнее самого царя. Если бы ты мог отворить двери сердца их, и увидеть душу их и всю красоту внутреннюю, ты упал бы на землю, будучи не в состоянии вынести сияние красоты, светлости тех одежд и блеска их совести. Мы можем указать на великих и чудных мужей древности, но так как на людей,
простых, видимые примеры действуют сильнее, то я посылаю вас поэтому в самые обители этих святых. У них нет никакой печали, но как бы на небесах устроили себе хижины, они также далеко обитают от бедствий настоящей жизни и, ополчившись против дьявола, борются с ним так легко, как будто играют. Устроив таким образом жилище себе, они избегают городов, общественных собраний и домов, потому что воюющему не годится сидеть в доме, но как намеревающемуся тотчас переселиться, должно жить в таком жилище, которое легко оставить. Здесь он говорит о монастырях, которые были в первые века христианства, не о сегодняшних монастырях. Таковы все те, которые живут не так, как мы. Мы живем не как в воинских лагерях, а как в мирном городе. Кто в самом деле, живя в стане воинском, полагает основание и строит дом, который спустя немного времени намеревается оставить? Никто. А если бы кто и решился на это, того убьют, как изменника. Кто в лагере закупает десятины земли и замышляет о торговле? Никто, конечно. И совершенно справедливо. Говорят же, ты пришел воевать, а не торговать. Итак, что ты так заботишься о месте, которое скоро должен оставить? Делай это, когда возвратишься в Отечество. Это же самое тебе скажу теперь и я. Поступай так тогда, когда возвратишься в Вышний Град. Еще более, там тебе вовсе не нужно будет трудиться, потому что царь все для тебя устроил. Человек, для чего ты готовишь дом? Для того ли, чтобы больше связать себя? Для чего закапываешь сокровища и вызываешь против себя врага? Для чего строишь стены и готовишь себе тюрьму? Если это кажется тебе трудным, пойдем в обители святых и узнаем легкость труда на деле. Трапеза святых, свободная от всякого излишества и исполнена благочестия. Нет у них потоков крови, они не рассекают мясо, нет головных болей, нет приправ в кушанье, нет ни тяжелого запаха и неприятного курева, ни беспрестанного бегания и шума, ни суматохи и криков, ни сносных, а только хлеб и вода. Вода из чистого источника, хлеб из трудов праведных. Если же них захотят лучше приготовить пищу, то ягоды составляют их лакомство, и здесь более удовольствия, чем на царских обедах. Нет здесь никакого страха и трепета. Не обвиняют начальник, не раздражает жена, не печалит сын, не утомляет чрезмерный смех, не делает напыщенными толпа льстецов, но трапеза их, трапеза ангелов, свободная от всякого подобного смятения. Это было в монастырях первых веков. А сегодня по телевизору смотришь, говорит, монашеская трапеза, как приготовляют, какие монашеские трапезы. Почти каждый день на канале с пастором приготовляют. Какие там искусные трапезы. Да, только можно помечтать, чтобы на такой трапезой побыть. А он говорит, только хлеб было и вода. Постелью служит им просто трава, как сделал Христос, напитав народ в пустыне, а многие спят и не имея крова. Но вместо кровли им служит небо и луна. Вместо светильника, который не имеет нужды ни в масле, ни в том, чтобы направлял, поправляя его. И для них то одних недаром светит луна. Смотря на такую трапезу с неба, и ангелы веселятся и радуются. В самом деле, если не радуются и об одном, грешники кающимся. От Луки 15 глава. То чего не сделают для стольких праведников, подражающих им самим? Там нет господина и раба, все рабы и все свободны. Не думай, что я говорю неосновательно и насказательно. Они и рабы друг другу, и владыки друг над другом. С наступлением вечера им не о чем сокрушаться, как это бывает со многими из людей, когда они размышляют о дневных неприятностях. И разговор их исполнен такого же спокойствия. Они не говорят о том, о чем совершенно и не касающемся нас. Разговариваем мы, например, тот-то сделан начальником, тот лишен начальства, тот умер,
а другой получил наследство и тому подобное, но всегда разговаривает и любомудрствует о будущем, и как бы обитающий в другом мире, как бы переселившийся на самое небо и живущий там, всегда рассуждает о небесном. Это тебя сказал. В одном монастыре мы были, и подходит один монах и говорит: «Вы, наверное, из Сибири?» Тут я говорю: «Как ты узнал? А ты, наверное, из Лапкиных?» Тут тебе раз, я думаю, как же это он меня узнал-то? Совсем другого, это было в Крыму даже. Как же это он узнал-то, что я из Лапкиных? «Знаем мы вас, смотрим ваши ролики». Монахи, значит, смотрят наши ролики и знают. Представь, о чем сегодня сидя ролики смотрят, о чем он помышляет? Значит, он не только наши-то ролики смотрит. Наши-то ролики, это там немного интересно, а есть другие, более интересные. Вот. Итак, если мы сравним себя с ними, чем лучше будем, чем будем лучше муравьев? Как муравьи заботятся о веществе, так и мы. И пусть бы заботились мы только об этом, а то еще гораздо о худшем. Потому что заботимся не о необходимом только, как муравьи, но об излишнем. Муравьи трудятся, и труд их безукоризнен. А мы всегда трудимся из любостяжания и подражаем труду не муравьев, а волков и леопардов. Даже являемся еще и их хуже. Им так судила природа добывать пищу. Нас же Бог почтил и разумом, и справедливостью. И мы стали хуже зверей. Мы сделались хуже бессловесных животных, а праведные равны ангелам, будучи странниками и пришельцами на этой земле. Если бы кто послушал разговор праведных и наш, тот хорошо узнал бы, что они граждане небесные, а мы недостойны даже и земли. Поэтому, когда кто, облеченный достоинством, приходит к ним, то здесь совершенно пропадает всякая надменность. Этот самый земледелец, неопытный ни в чем житейском, сидит на траве, на грязной постилке, рядом с полководцем, который много мечтает о власти своей, потому что здесь некому величать его и поселять в нем гордость. Здесь бывает то же самое, как если бы кто пришел к золотых дел мастеру или в розовый цветник, как здесь пришедший получает некоторый блеск и от золота, и от роз, так и приходящие к праведным получат некоторую пользу от блеска их, освобождаются несколько от прежней своей гордости. Ничто святых, ничто у святых царь, ничто начальник, но как мы смеемся над детьми в игре, представляющими царя и начальника, так они презирают гордость тех, которые внушают страх собой. Отсюда очевидно, что если бы кто стал давать им царство для охранения, они не согласились бы принять, взяли бы, может быть, если бы не заботились о большем царстве и не почитали первого делом временным. Но здесь он говорит больше, что одеты в белой одежде. То есть он говорит о тех христианах, которые уходили в монастырь, как заботились только они о том, как сохранить благочестие, молитва к Богу. Вот. И, то есть отрешение от мира, всего от мирского. Об этом говорит он здесь больше. Вчера я читал, там еще было три раза больше эта беседа была о том, то есть о царском сыне, брачном. Что, почему так? А сегодня? Сегодня, говорит, Господь призывает нас тоже всех. Придите ко мне, все трудящиеся, обремененные. Но кто откликнулся на этот зов? Пришел. Многие ли пришли на это? Да, пришли, побыли просто так и ушли. Господь идет. Народ со всех сторон теснит его. И вдруг к нему прикасается одна душа, женщина. Он останавливается и говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» Ему говорят: «Господи, да со всех сторон тебя теснят люди». Он говорит: «Нет, я слышал исходящую благодать, что кто-то прикоснулся не просто так, на всякий случай, а прикоснулся с твердой верой». И что? И женщина открывается: «Это я. Я в такой болезни, я прикоснулся, чтобы исцелиться». Понимаете, какая вера была. И пред всеми она не побоялась исповедовать свою болезнь, в чем она была больна. И получила тогда исцеление. Господу просто так нельзя прикасаться, ты ничего не получишь. У нас все есть для нашего спасения. Мы имеем и храмы, имеем таинство церковное. Но все это имеет тогда силу,
и благодатное действие, когда человек приходит к этому с верою. Святая вода. Люди берут и неверующие. Не оказывают никакого действия. Я, говорит, уже не знаю, что. Я, говорит, зятю, говорит, уже и в борщ лила святую воду, чтобы он там не пил. Ничего не помогает. Какое отношение? Какая вера? Понимаете, что все дело, а ничего не помогает уже. Вот. Все это имеет только с верой кто. Если кто не верит в силу благодати, благодать не оказывает никакого действия на человека. Потому что все это дается с верой. Без веры ничто не может действовать. И благодать не действует, когда человек обращается к ней без веры. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи.